Сергей Миняйлы Алматыда коронавирус инфекции парахатканын маруазынын арышт оперативын штабын бұрды. Архайтойз хиса одышардары хаштырыштагма хаштканык тушкаты Таймураш, вице-премьер Туган Талариса, нанирсинат калканыны министр хаштырыштагма хаштканык Годжисаты Тамерлан, орашия нанирсинат массаштарды сагатырыштойнаг управлений Рашамонок Ольга Давыдова. Видео баш сенадыр уачыман бұрды басархайтойзу абдатта курган тэмэсэштарын кыштуатты миневыртты. Медицинон уагдатты шайрак доктор таразыр той республика эпидемиологу нуавыртыхай балвыртыр эрлаудышты рынчындатты уавырыл. Сергей Миняйлов ахатса куттайы куды сагат ирыштоны медицинон уагдатты шармагон лабораторийта шаражанытыхай самайзы ковид ниш барык кануй. Проехать по нашим, вот по центральным районным больницам. Алагирский район, мы говорили, Адонский район, Моздокский район. По лечебным учреждениям посмотреть возможности размещения там лабораторий, ПЦР-лабораторий, там, где их нет. Ковид никуда не денется. Объемы, может быть, тестирования будут меньше. А может, никто не знает. Тем более, что он мутирует, мы с вами это тоже понимаем. Но они могут использоваться и для производства других тестов. Но терять деньги, платить деньги, больницы, частные клиники, частные лаборатории – это неправильно, нерачительно.